Ульяновцы активно включились в создание собственного контента. События, окружающие нас, попадают в прицел камер мобильных, на экшн-камеры и на видеорегистраторы. Все, что кажется значимым и интересным, жители области присылают в редакцию. Например, невнимательность водителя, забывшего, что на этом участке дороги одностороннее движение. Запоминающимся для многих горожан стали события в День Победы. В Ульяновске по улицам курсировал трамвай Победы, попав в объектив камеры одного из телезрителей. И куда же без происшествий? Горячий сезон, горящая трава в микрорайоне Репино. А это еще один пожар, к счастью, небольшой, хотя пожарные среагировали и на него. Автор видео последовал за спешащей на вызов пожарной машиной и не прогадал. Мы вручим ему приз, хотя отклонился от своего маршрута всего на пару минут. А лучшим видео недели редакция единогласно признала целый новостной выпуск. От ремонта дорог до дачного сезона и пасхального богослужения. Креативного зрителя ждем в редакции 17 марта в 12 часов дня. А на это все. С вами был Иванов Савелий и канал Репортер.